Всех приветствую на канале Профон. Этот день настал. Samsung 14 января официально представила сразу несколько устройств. Среди них три флагманских смартфона Galaxy S21, беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и смарт-метка Galaxy Smart Tag. Итак, разберемся, что нового. Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. Как и ожидалось, не ультра-версии получили обновленную тройную камеру в новом дизайне. Рамки вокруг дисплея стали чуть тоньше. По сути, это внешние изменения. Новинки получили AMOLED-дисплей с тремя разными диагоналями 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Частота обновлений динамическая от 48 до 120 Гц и от 10 Гц до 120 Гц у Galaxy S21 Ultra. Она меняется в зависимости от контента и нужна для экономии батареи. Улучшили технологию Ace Comfort Shield для снижения нагрузки свечения экрана на глаза пользователя. За производительность отвечает топовый 5-нанометровый процессор Exynos 2100. Он быстрее прошлого поколения на 20%, а графика на 35%. Процессоры в два раза стали мощнее. Сканер отпечатков пальцев под экраном стал в 1,7 раза больше по площади в сравнении с прошлой версией. Теперь подробнее о камерах. Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Здесь три фотомодуля. Широкоугольный на 12 мегапикселей, сверхширокоугольный на 12 мегапикселей и телефото на 64 мегапикселя. Очень сильно поработали над видео. Появилась кинематографическая съемка в режиме 8К с улучшенной стабилизацией Super Steady с частотой 30-60 кадров в секунду. Добавилась функция Director View. Контролируйте весь процесс съемки, выберите правильный угол, сфокусируйтесь на объектах и переключайтесь на другую камеру, не прерывая съемку. Используйте предварительный просмотр в реальном времени для изменения ракурса, масштабирования, увеличения и приближения, не теряя ни мгновения. Vlogger View, которая позволяет записывать видео с фронтальной и основной камеры одновременно. В режиме Pro Video можно записывать звук на несколько микрофонов. Galaxy S21 Ultra здесь 4 камеры. Широкоугольная на 108 мегапикселей, ультраширокоугольная на 12 мегапикселей и двойная телефото на 10 мегапикселей. Все камеры, включая фронтальную в этом смартфоне, умеют снимать в 4К 60 FPC. Появилась функция Space Zoom. Один оптический трехкратный и один оптический десятикратный объектив обеспечивает стократное приближение без существенной потери качества. Но это еще нужно будет проверить в реальной жизни. Заметно улучшили съемку в ночном режиме и прокачали шумоподавление. Кроме того, Samsung Galaxy S21 Ultra поддерживает перо S Pen. Это одно из главных нововведений в линейке S. Наконец, корейцы убрали из комплекта новинок зарядку и наушники. Объяснили это заботой об экологии и тем, что у давних пользователей уже эти аксессуары имеются в наличии. Мне непонятно только одно. Зачем троллить Apple, если сами все копируют у них? Теперь про цены. Galaxy S21 начинается от $799 или 74 990. Galaxy S21 Plus от $999 или от 89 990 рублей. Galaxy S21 Ultra от $1199 или от 109 990 рублей. Вместе с флагманскими смартфонами Samsung показал новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Они получили улучшенную систему с тремя микрофонами и вибрационным датчиком костной проводимости View Pickup Unit, в том числе с новым высокочувствительным микрофоном с увеличенным отношением сигнал-шум. Также внедрили систему активного шумоподавления, которая глушит до 99% шумов. За звук отвечает улучшенная двухполосная акустическая система с 11-мм низкочастотными и 6,5-мм высокочастотными динамиками. А функция Undersound позволяет усилить голос собеседника на 20 дБ. Функция Voice Detect автоматически выключает шумодав и приглушает музыку во время разговора. Есть защита от влаги по стандарту IPX7, работает до 30 минут на глубине до 1 метра. Кроме того, новинка поддерживает режим 360 аудио. Благодаря технологии Dolby Head Tracking T компания реализовала объемное звучание на уровне кинотеатров. Цена наушников составила $199.99 или 17 990 рублей. Слухи подтвердились, компания действительно сделала Bluetooth-локатор и назвала его Galaxy Smart Tag. Метка работает в автономном режиме, независящем от смартфона. Она отправляет сигнал Bluetooth Low Energy
чтобы его могли обнаружить находящиеся поблизости устройства Galaxy. После обнаружения метки, гаджет отправит информацию о ее местоположении в SmartThing Find, где ее сможете увидеть и вы. И дополнительным бонусом стала фишка. Если потеряли смартфон, дважды нажмите на Smart Tag, и тогда он издаст звуковой сигнал. Цена начинается от $29. На этом, пожалуй, все. Начало года начинается жарко. А с вами был Кирилл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч!